Всем привет! Сегодня я вам покажу легкий способ, как перенести большие постройки в другой сот или копировать их. Заходим в меню «Сохранение», выбираем нужную нам постройку, у меня это шагоход, и сейчас я хочу этот шагоход переместить в сот с постройками. Если у вас сложная постройка, то тогда нужно ее закрыть в куб из тех блоков, которых у вас много. Я выбрал блоки железа. Сейчас нам нужно полностью закрыть эту постройку, а потом построить механизм, чтобы ее переносить. Закрываем, чтобы нигде не оставалось следов. Теперь мы берем другой блок или тот же, если он у вас еще остался, и ставим его 5 раз. Теперь берем сервопривод и нужно его сейчас подкрутить, чтобы он смотрел серой, более серой части кубу. Теперь к этому сервоприводу нужно будет поставить лесенку, а рядом стульчик и 3 забора. Садимся на стул и ставим внутрь себя рычаг. Этот же механизм я использовал для создания ковра самолета. Ссылка на ролик есть в описании, можете посмотреть и построить такой же. Нажимаем кнопку «Выделить все», отключаем фиксацию, и теперь, когда мы нажимаем на клавишу «Пробел», мы можем перемещаться и летим до водопада. Для удобства можно включить шифлок. Если хотим скопировать постройку, то загружаем эту же. А если хотим перенести ее в другой сот, то загружаем сот, в который хотим переместить. Спускаемся пониже. Удаляем стульчик, ставим любой блок, поднимаем его вверх с помощью масштабирования и там ставим еще один стульчик. И теперь нужно на него сесть. Это можно сделать с помощью порталов. Потом включить фиксацию всего. Теперь можно удалить стульчик и весь механизм и сохранить постройку. С помощью такого простого механизма вы можете копировать свои большие постройки или переместить их в другой сот. Я переместил шагоход в другой сот со всеми моими постройками. Надеюсь, этот ролик вам принес пользу. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и делиться комментариями. Спасибо за внимание, всем пока!